На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» южнее Угледара обнаружена и уничтожена разведгруппа противника. Огнем артиллерии уничтожены три автомобиля и живая сила противника в районе Днепроэнергии. Бронетранспортер М-113 американского производства в районе Вольного поля. Минометный расчет в районе Золотой Нивы. Расчетами самоходных минометов «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке. Зенитно-ракетными комплексами «Тор» и «Стрела-10» сбиты беспилотные летательные аппараты «Фурия», «Пума» и «Спектатор». На запорожском направлении нанесены артиллерийские удары по выявленным в ходе воздушной разведки опорному пункту и скоплению боевиков в районе Малиновки. Уничтожены автомобили, живая сила противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 беспилотных летательных аппарата противника самолетного типа.